предложение только сегодняшнего дня от бренда StarVid. Компактный пылесос 2 в 1. Более 30 тысяч заказов за всю историю телеканала Shop&Show. А знаете, за что его обожают наши телезрители? За то, что он легкий, легенький, на подъем. Итак, внимание, смотрите, любые поверхности за считанные мгновения собирает наш легкий, компактный, всегда доступный пылесос. Вот так вот, легко и просто мы справляемся даже с серьезными загрязнениями. Выключаем, компактно храним. Кстати, может храниться у вас, может быть, даже где-нибудь за шторкой. Три цвета на выбор. Фиолетовый цвет выбирает для себя моя мамочка. У нее уже 2-3 месяца такой пылесос, не нарадуется на него. Черный пылесос, это мой выбор на сегодня. Мы его называем Mercedes, потому что он мощный. И черный такой классический вариант. Красный цвет, как цвет Феррари. Опять же таки, мощные пылесосы за 1999 рублей. Цена действующая только сегодня на телеканале Shop&Show. Скидка 58%. И в подарок вы получаете вот такое чистящее средство для любых видов поверхностей. Экологически чистый, отмывает идеально, пригодится. Представит наш пылесос Алексей Мичурин, эксперт телеканала Shop&Show. Алеша, расскажи про этот пылесос нам и про бренд StarVind. Ну, бренд StarVind — это компания, которая специализируется на бытовой технике и выпускает технику по европейским стандартам, по европейским технологиям, но при этом держит русские цены, то есть для нашего с вами кошелька. Ну, а этот пылесос — это одна из самых компактных моделей в линейке компании StarVind. И это пылесос 2 в 1. Ты уже показала, что им можно пропылесосить полы, но, отсоединяя напольную насадку, отсоединяя удлиняющую ручку, вы получаете вот такой вот компактный, удобный пылесос. Для чего он нужен? Кухня. Готовим, едим, мусор, соответственно. И для того, чтобы не развозить грязь тряпками, вы легко собираете крупный мусор. Смотри, как быстро он засасывает и не оставляет никаких загрязнений за собой. Голодный наш пылесос. Крупы, специи всевозможные, вот, знаешь, которые у вас рассыпаются, остатки еды, крошки хлеба, вы легко это соберете. А теперь загляните к себе в ящик. Наверняка там тоже есть что убрать. Вот чтобы это все не доставать, чтобы не выкладывать кухонные принадлежности и не было тараканов, вы тоже здесь все великолепно пылесосите. Друзья, приподняли полончик, пропылесосили, прошли вдоль уголочка, пропылесосили, и здесь тоже все пропылесосили. Ой, удобно. А теперь подойдите к раковине. После того, как вы что-нибудь мыли, чистили, наверняка остались остатки. Тоже используем наш пылесос и щелевую насадочку. Собираем мусор. Шелуха от лука. Посмотрите, остатки зелени или другие какие-нибудь остатки от еды. Ага. Идеальный порядок с помощью нашего пылесоса. Слушай, это отлично. Буквально недавно готовила пирог. Так. Муку беру, там у меня все высыпалось на полке. Потом все это протирала мокрой тряпкой. Все это прилипло, к ножичкам все отдирала. Конечно, гораздо удобнее заниматься уборкой на кухне именно нашим компактным пылесосом. Два в одном. Вы только посмотрите, как быстро справляется с любыми видами загрязнения наш пылесос. Но не только твердые загрязнения, но и ковры. Олечка, посмотри еще раз. Давай покажем. Вот он, мелкая крупа, соответственно, которая забивается внутрь в ковровое покрытие. Но пылесос, благодаря силе всасывания, достает оттуда все эти мельчайшие крупинки. И, соответственно, после нас остается идеальная чистота. Класс! Посмотрите, изумительный вариант для любых видов покрытий. Вот сейчас начнется осень, потом зима. А мы-то ковры все убрали, потому что их постоянно пылесосить не хочется. А теперь ковры все достаем и пылесосим хоть несколько раз в день. Это удовольствие. Олечка, за этим пылесосом еще и легко ухаживать. Угу. Во-первых, обрати внимание, то, что мы одной кнопкой отсоединяем контейнер, никаких мешков. Вытаскиваем многоразовый тканевый фильтр, который можно помыть, постирать, почистить щеточкой. Вываливаем весь мусор в ведро, вставляем все обратно. Вокруг ведра чистота, в пылесосе чистота, и пылесос снова готов к работе. Отлично. Смотри, как паркуется, не падает. Это вам не огромный пылесос, который сложно собирать. Фух, мы иногда уборку эту генеральную откладываем нам потом. Здесь компактный, легкий, удобный. И мешки одноразовые нам не нужны. Ну, в районе 500 рублей стоит несколько мешков. Да, конечно. И смотрите, за год, ну, мы, наверное, 2000 рублей только на одних одноразовых пакетах транжиримся. А здесь, получается, он окупается за один год. Да и вообще, сам пылесос
пылесос стоит в магазине вот подобного плана более 7 тысяч рублей. Вот 8 тысяч рублей. Посмотрите, какие цены на вот эти электровеники, так называемые. А у нас цена 1999 рублей. Цена, действующая только сегодня. Максимальная скидка 58%. Ну что ж, рассказываю про этот пылесос. Продолжаем дальше. Это пылесос на 360 градусов. То есть мы можем убирать с ним, мы показали, и напольные покрытия, и кухонные поверхности, и многое другое. И самое главное, что он невероятно легкий. То есть вы можете даже его к потолку вот так вот поднять, и все спылесосить. В комплекте все самое необходимое. Насадка напольная и насадка щелевая. Посмотрите, возле плинтусов в угла забивается грязь и пыль. Мы с вами можем залезть туда под плинтуса с помощью щелевой насадки. Вот таким образом мы это делаем, друзья. То есть вы собираете мусор не только видимый, но и тот, который мы не видим, тот, который забивается под плинтуса. И посмотрите, как легко пылесос с этим справляется. Здорово. А посмотрите теперь на плинтус. Здесь у нас тоже грязь, здесь тоже пыль. И здесь тоже мы собираем все нашим пылесосом. Легко, легко, удобно, эффективно. А это значит, что пылесос, ну, незаменимая вещь для вашего дома. Оглянитесь вокруг. Вы уверены, что в вашем доме действительно чисто, идеальная чистота? Уверена, что какие-то стыки у вас не идеальны. И невозможно их там вот так вот все пылесосить, потому что обычным пылесосом это невозможно. Нашим пылесосом два в одном щелевой насадкой можно абсолютно все. Ну смотри, благодаря компактности он еще и может проникать под низкостоящую мебель. Далеко туда залезли и там далеко все убрали. Ага. Под стол, смотрите, быстренько вот так вот залезли и под столом все убрали. А если на столе что-то у вас появилось, снимаете напольную насадку и тоже убираете. Хоботок в бой, как я говорю. Слушайте, одна кнопка, включаем и поехали. Помните, как иногда не хочется выжимать тряпку, что-то убирать при помощи мокрой тряпки. Вот, мы только грязь развозим, а здесь мы можем засосать любые крупинки. Олечка, ну и диван, мягкая мебель. Можно использовать щелевую насадку, а можно и бесщелевой. Вот таким образом пройтись и все собрать. Если у вас есть животные, либо дети, либо муж, который любит поесть на диване или в кровати, то вы легко с этим пылесосом наведете после них порядок. У меня, когда дети кушают перед телевизором на диване, я за них всегда ругаюсь на них, потому что вот сюда попадает, вот сюда. Ну, покажи, как это делать. А потом приходится мебель разбирать, чтобы там все это удалить, там, чтобы там всякие таракашки могут завестись. Три цвета на выбор вы сейчас видите на экране. Компактный, мощный, фиолетовый, черный, красный цвет. Цена 1999 рублей. Если это будет ваша первая покупка, напомню, вы сегодня максимально экономите. 58% экономии. И моющее средство в подарок. Бесплатная доставка у нас от 4990 рублей. Возьмите три пылесоса для себя и в подарок. Бесплатная доставка ваша.